Правительство не считает московскую экспертизу по делу о передаче костела католикам доказательством. Очередное заседание суда состоялось сегодня. Напомню, кировские католики оспаривают решение правительства области. Оно отказалось передавать местному приходу помещение Александровского костела в безвозмездное пользование. Тогда католики за свой счет наняли независимых экспертов из Москвы. Специалисты вынесли заключение: современное здание сохранило в себе черты того, которое было построено в 1914 году по проекту Войцеховского. Правительство считает, в ходе проведения оценки эксперты допустили ошибки и не учли в полной мере материалы дела. Они не дали четкие ответы на поставленные перед ними вопросы. В итоге сегодня суд принял решение вызвать специалистов на заседание и задать им вопросы по представленной экспертизе. Следующее слушание состоится 19 августа. Замечания правительства носят исключительно технический характер. Правительство говорит о том, что здание, первоначальное здание религиозного значения все-таки погибло, и при этом призывает экспертов руководствоваться не нынешним состоянием здания и не результатами той реконструкции, которая была проведена в 1991-1992 году, а тем состоянием, в котором это здание находилось до этой реконструкции, то есть по состоянию на 90-е годы, на начало.